Всем привет! В сотый раз. Знаете, как я с собой довольна? Ох, как я с собой довольна. Сейчас покажу, что я наготовила. Я ж уже и полы перемыла. Все, что планировала, сделала. Бабамс! Это чебуреки. Пахнет чебуреками, мясом. Ой, такая вкуснятина. Вот как бы удержаться и не скушать. Но я не скушаю. Я вообще пить хочу. Я себе запарила чай. Чай называется... Он идет, очищает шлаки, токсины с организма. Очищает кишечник. Это, короче, сено. Я узнала, что все болезни только из-за кишечника больного. Вылечи кишечник. И не будет никаких болезней. Ну, по крайней мере, процентов 70 точно. Как только я это услышала, я, конечно же, побежала в аптеку. Прихожу, говорю, дайте мне что-нибудь для очищения организма от шлаков и токсинов. Мне порекомендовали чай, который называется сено. Пить его нужно 3 раза в день. Но сегодня, вчера я 2 раза выпила, и сегодня это вот только первый мой бокал. Он как-то вот... Не подходит, вот чтобы, допустим, покушал, пообедал и потом попил этот чаек. Хочется кофе, вот именно во время обеда и с утра. Ну и потом могут быть всякие казусы в течение дня, правильно? Если с утра его попить, то вдруг, чтобы не было этого вдруг, я его пью после обеда, ближе к вечеру и перед сном. Он на вкус не противный, абсолютно. Очень хороший чай. Еще знаете, какая мне пришла мысль в голову? Я хочу купить книгу, магическую книгу. Вопрос-ответ. Исполнится задуманное или нет? Там, что ожидать и так далее. Хочу купить эту книгу и в ТикТоке бесплатно, безоплатно проводить прямые эфиры. И все. Сделать небольшой ролик, как опубликовать, что, допустим, вопрос-ответ по книге магии, там, прямой эфир, ждите меня, допустим, там, каждый вечер с 10 до 11, либо с 9 до 10, ну, как-то выбрать себе время более-менее, когда я буду свободна, либо каждый день. Но нет, нужно определенное время. Люди любят именно вот, чтобы была какая-то систематика, дисциплина и так далее. Поэтому я думаю, что это будет ежедневно, в какое-то определенное время. Вот как-то так. Вот пришла мне такая в голову идея. Я смотрю, все берут деньги за все. За музыку, ставят музыку за деньги, гадают за деньги и так далее и тому подобное. Я хочу делать это безоплатно. Вот так вот. Вообще бешеное желание помогать людям. Я вот хочу реально, мне нужно повысить свою квалификацию и, возможно, быть психологом. Но психолог — это очень сложно. Это очень сложно правильно помочь человеку. Чтобы потом не говорили, да, что да, она там такая сякая. Вот именно хочется, чтобы люди от людей шли в мою сторону положительные отзывы. Нужно допить этот чай. И что я хочу сделать? У меня же есть эти кухонные весы, которые по граммам. Завтра я буду уже с утра питаться по граммам. В общем, мой завтрак будет состоять из вот этого ПП-блюда, которое я сегодня приготовила. 300 грамм, не больше 300 грамм. У меня на весах этот, батарейки сели, сейчас я их поставлю. Я сегодня купила вот такие весы. Вот. Здесь сзади нужно. Давно ими не пользуюсь, лишь только по той простой причине, что нет батареек.
Все. Ура. Ура. Сколько ложка весит? 25 грамм. Сколько весит мой фужер? 496 граммов. А с ложкой? 521 грамм. Ну вот. А, все правильно. Ложка же весит 25 грамм. Так, хочу же сухари еще сделать. Да. Буду сейчас еще делать сухари. И что еще хочу сделать? Нужно молочную кашу сварить, Коле. Да. Лапшичку, суп-лапшу. На чебуреке глаз упал. Хочу. Ну, не буду. Если что, с утра. Можно к этому моему ПП-завтраку добавить один чебурек с кофе. Я не думаю, что это будет превышено какой-то нормы. У меня и так в последнее время, мне кажется, я ела два раза в день по где-то по 700 калорий. Ну, я так приблизительно навскидку высчитывала. И плюс там какие-то перекусы. То яблочко, то творожок, то еще что-нибудь. Я уже знаю, в банане, ой, не банане, в этом, в арбузе на 100 грамм 30 калорий, а в дыне на 100 грамм 36 калорий. Вот. Я уже потихонечку это все запоминаю, это все знаю. Даже, по-моему, кофе с молоком там что-то 56 калорий. Представьте. А я раньше думала, там в воде, даже в воде есть какие-то калории. Ну, незначительные совсем, но есть. Вот. А что сидеть? На вас смотреть. В камеру. Я от людей слышу, что говорят, это болезнь, когда человек разговаривает сам с собой. По факту я же разговариваю сама с собой. Что-то сочиняю. Ну, не то, что сочиняю, а вообще болтаю. Но болтаю это я как бы сама себе, сама с собой, короче, разговариваю. Так, а сколько время? Счастливые часов не наблюдают, я даже не знаю, сколько времени. 7:30 уже, ого. Так, что мне сегодня еще хочется сделать? Мне хочется на велотренажере позаниматься. И хотелось бы сделать эту тренировку 1000 калорий за 10 минут. Надо что-то сделать. Муха опять откуда-то залетела. Ну как откуда-то? Оттуда залетела. Там в этом много и кладовки. Сейчас допью. Не буду сухари ставить. Делаю сухари. Там хлеба еще столько в этом холодильнике. Нужно его, чтобы не пропал. Все. Последний глоток был отвратительным. Нет, по факту он нормальный. Пьется он хорошо. До этого я как-то брала чай себе, лебедушка называется. Вот он поганый. Пока я его проглочу, весь допью, я не могу. У меня прям, я его туда, он мне вот так потихонечку обратно. Я его туда, он у меня потихонечку обратно. Короче, он тяжело пьется. А вот это просто сено пьется хорошо. Попробуйте, поочищайтесь немножечко. Потом в кишках такое, какая-то легкость, пустота прям чувствуется. Такая приятная. Так, все, следующее видео будем сухари делать.